Ребятусики, всем привет, мои дорогие, всех приветствую на своем канале. Вот такая сегодня мега продажа очень дорогой монеты. Это сибирская монета, 10 копеек. Отличительная ее прелесть в том, что она имеет гуртовую надпись. Я не буду вам много рассказывать о данной монете. Вся информация в интернете. Вообще я не особо люблю рассказывать сказки на ночь малышам. По одной простой причине. Моя цель — это купить и продать дорого. Не буду вам также называть цену данной монеты. Ну, из соображений тех, что мой канал смотрят много людей. И в том числе те, кто ее продает и покупает. Поэтому я оставлю это в секрете. Но поверьте, что цена очень большая. Встречается монета так же редко, как и, ну, к примеру, из находок золотые монеты Николая, например, и другие. Я имею в виду по раскопкам. Встретить ее очень и очень тяжело. А все только потому, что она имеет гуртовую надпись, повторюсь. Проходов на сегодняшний день на Украине этой монеты не было. Поэтому к ней огромнейший интерес. Я занимаюсь и царской медью, и украинскими монетами, российскими, мне без разницы. Моя цель основная — это хорошая перепродажа и хороший заработок. Вот, так как дядя-перекупщик зарабатывает и как посредник, и как продавец. Ну, как-то так, мои дорогие. Вот такая мега-крутая монетосинка попалась. Я также работаю со многими копачами по Украине, по Харькову. Подписывайтесь на мой канал. У нас есть обучение нумизматике, обучение антиквариату, бонам. С вами король нумизматики, бог антиквариата, мега-денди, золотой мальчик, перекупщик.